Хэштег «Хэллоуин» стал одним из самых популярных сегодня вечером. Пользователи фотографировали тыквы, светильники, макияж, еду и, конечно же, наряды. Монстры, вурдалаки и зомби буквально заполонили социальные сети. Далеко не российский праздник постепенно вошел и в нашу жизнь. Сегодня уже практически каждый клуб или ресторан оформляет в особом стиле свое заведение. Противостоять злым духам в этом баре собираются в устрашающем гриме и соответствующих костюмах. Гример признается, в этот день традиционно нет ни одного свободного часа. Цветовую гамму просто сделать, допустим, тот же самый, один из популярных персонажей, это череп, сладкий череп, ну или Санта-Муэрта, ну, это испанский череп. Девушки тоже очень любят этот персонаж. Там можно тоже варьировать цвета, то есть основной цвет базовый, это белый. Пока гример делает макияж официантам, повара вырезают тыкву на кухне. Сегодня она одна, поэтому ошибаться нельзя. Тем более гостей вечером будет больше, чем обычно. Да считаю я, да, это вообще на 100% оно у нас прижилось, и как бы отмечается каждый год. И каждый год мы режем тыквы и отмечаем этот праздник. Тыква очень плотная, плотный такой овощ, вообще очень сложно резать, тем более и вырезать. Из увеселительных учреждений праздник перешел даже в магазины. Сегодня в большинстве из них скидки на черные вещи и всевозможные устрашающие акции. Сегодня в нашем магазине проходит классная беспроигрышная лотерея при любой покупке. Из этой коробочки человек достает пожелание в шутливой форме специально для Хэллоуина с какой-то определенной скидочкой. Также мы сегодня дарим сладкие и кровожадные призы. Хэллоуин сегодня будут отмечать почти во всех ночных клубах, но для тех, кто считает этот праздник навязанный Западом, сообщаем, пока еще в России он не приобрел такого же размаха. По крайней мере, на улицах мы не встретили разодетых ведьм и чудовищ. Ольга Войлошникова, Даржа Чедопов, новости дня.